Вой сирены на улице Полевая заставил оглянуться всех прохожих. По дороге одна за другой проехали 8 машин скорой помощи и свернули в больницу Пирогова. В городе все спокойно. Так медики тренируются к чемпионату мира по футболу. Легенда – массовое поступление пациентов. Самое главное – это сегодня мы должны отработать движение скорой помощи по маршруту, который мы как бы утвердили со скорой помощью, по территории, непосредственно по территории больницы. Это логистика маршрутизации пациента. В больнице несколько отделений. Куда именно поедет машина скорой, решает медработник на КПП. Пожалуйста, приемное отделение. Работать нужно быстро, чтобы не создавать заторов. Скорая подъезжает, пациентов уносит на носилках, тут же прибывает следующая машина. Всего в учениях задействовано около 100 человек. При этом работа станции скорой помощи не прерывается. Город живет своей жизнью, учения учениями, люди болеют все равно, несмотря на учения. Поэтому основная масса сейчас, конечно, обслуживает вызовы. А будут привлечены технические автомобили с персоналом, водительским, естественно, со старшими фельдшерами подстанции. Только на июль в больнице запланировано еще 35 тренировок. Они будут проходить даже ночью, чтобы врачи были готовы к любым ситуациям. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.